Здравствуйте, с вами Сергей и компания Лесобазы РФ. И, конечно же, вы наслышаны о производстве наших фальшбалок. Мы расширили свой ассортимент и стали выпускать фальшбалки из МДФ, шпонированные ценными породами древесины. В чем преимущество фальшбалок из МДФ перед фальшбалками из массива дерева? В том, что фальшбалки из МДФ, покрытые ценными породами дерева, имеют сравнительно небольшую стоимость. Фальшбалки из МДФ могут быть покрыты дубом, ясенем или другими экзотическими породами дерева. МДФ – геометрически стабильный материал и позволяет использовать данное изделие в сухих и влажных помещениях. Единственное, что надо избегать, это прямого попадания воды на изделие. Форма фальшбалок из МДФ может быть с радиусным закруглением и под 90 градусов. Шпон, который используется для производства фальшбалок из МДФ, не имеет таких дефектов в виде сучков, как имеют фальшбалки из массива дерева. Фальшбалки из МДФ с легкостью впишутся в интерьер вашей квартиры или загородного дома. А все потому, что в ваших квартирах уже есть мебель, которая шпонирована ценными породами дерева или имитирует таковые. Мы подберем цвет для вашей фальшбалки из МДФ, шпонированного дубом, под цветовые оттенки вашего интерьера или проекта, и вы с легкостью впишете данное изделие в интерьер вашего жилого пространства. Между прочим, это излюбленный прием. Между прочим, это излюбленный прием дизайнеров. Теперь вы точно знаете, где заказать фальшбалки из ценных пород древесины. Телефон на экране. Звоните. Все сделаем.